под Челябинском найдены около 50 новых иномарок Toyota Camry, сообщает 74.ru. Машины в этом месте появились около полугода назад. Отмечается, что данные машины были приобретены местными чиновниками специально для проведения саммитов. На данных машинах никто не ездил. Их еще до зимы начали пригонять небольшими партиями. Все одинаковые, выкрашенные в черный цвет. С дороги увидеть машины нельзя, только со стороны леса. Причем на видео рядом виден забор и жилые постройки за ним. Данная парковка расположена на территории Челябинского областного центра реабилитации. В правительстве Челябинской области изданию рассказали, что данные автомобили закупались для саммитов ШОС и БРИКС. Половину автопарка составляют автомобили с пробегом в 200 тысяч километров. Затраты на их ремонт и содержание сопоставимы, а иногда и превышают рыночную стоимость этих автомобилей, отметили чиновники. Именно по этой причине и была произведена закупка новых Toyota Camry. Стоимость данных машин – 1,97 миллиона рублей. Пока авто стоят под открытым небом. Но челябинские чиновники уверяют, что машины все равно будут использованы по предназначению в рамках крупных мероприятий. Однако, когда пройдут эти мероприятия, непонятно, так как в апреле губернатор Алексей Текслер заявил о переносе саммитов из-за пандемии. Читайте материал: россиянка отделалась ожогом копчика, слетев с мотоцикла на высокой скорости.